И этот стержень предназначен для фиксации костей конечностей при переломах. Он помогает надежно стабилизировать зону повреждения в максимально короткие сроки. В настоящее время специалистами-травматологами уже проведено более 25 успешных операций, что позволяет судить об эффективности разработанной технологии. Обычно стержни круглые и выполняют весь костно-мозговой канал. Этот трехлопастной. То есть, вводя его в канал, мы сохраняем часть костного мозга, сосудов. Международный проект с целью обмена опытом между ведущими странами был создан 16 лет назад. С тех пор каждый год проходят специальные форумы. На двухдневную конференцию в Саратов приехали ученые и врачи не только из российских городов, но и из Германии и США. Они обсудили проблемы и перспективы травматологии, ортопедии и нейрохирургии в России. Учитывая, что много приехало ученых, врачей из других городов, даже из других стран, то есть уже какая-то новая технология прорывная сейчас уже как бы показывается, то есть ее надо сейчас воплотить, вот, вот общими усилиями мы могли бы все это реализовать. Это реально уже как бы процентов на 50 многие вопросы уже решены. И именно благодаря только этой конференции, что мы вместе собрались, совместно решаем какую-то цель, ставим задачи, и поэтому вот совместными усилиями у нас это получается. Ежегодно такие научно-практические конференции проводятся в стенах научно-исследовательского института травматологии, ортопедии и нейрохирургии. Обмен опытом и укрепление международного сотрудничества – главная задача форума. Благодаря и этому более 8 тысяч человек из 65 регионов России каждый год проходят здесь диагностику и получают своевременное лечение. Нина Цапайкина, Вячеслав Соленков, Саратов, 24.